желаем всем хорошего настроения. Сегодня мы посетим выставку китайских фонарей в Харькове, в парке Горького, или как его называют, летопарк. Я надеюсь, вам будет интересно. И подруга моя со мной тоже. Не власть в кадре. Знаешь, так, есть такие, знаешь, люди, которые постоянно портят, портят кадры. Но она не портит кадры. Скажи моим зрителям привет. Привет.
сегодня мы посетили выставку китайских фонарей. Я надеюсь, вам понравилась наша экскурсия. Ждем вас на нашем канале. Всем хорошего настроения. Don't worry, be happy. Гюле-гюле, пока-пока, до новых встреч.